И как эта муравьиная команда ставила стены вокруг каждого человека? Нет, эти стены проросли. Они как вкрапления какие-то идут, как посев какой-то идет. Этот посев, как вот ростки дают, начинают деревья расти. И также, как фундамент залили, вот. И дальше он самостоятельно начал вырастать. Какие-то изменения произошли, и стены все выше и выше. Эти стены, если смотреть на них сверху, это как лабиринт. Это как лабиринт, то есть каждый внутри этой, вокруг каждого есть эта незримая стена. Ну а кто создавал-то? Вот как это сделано? Новые технологии, как какие-то закапсулированные энергии. Так, что это за новые технологии? Ну-ка, ну-ка. Все верно. Как всегда, все верно. Такие вот штуки, как, ну, как патроны. Так. А кто ими стреляет-то? Это вся вот эта, ну, если смотреть здесь на планете, то вот через вот этих людей вижу религиозные течения, вижу правительство, над ними вот эти вот все сущности, и вот эта вся иерархия, она уходит туда вверх до, опять-таки, той даже своей вселенной, где вот эти все разработки велись. И оно, вот это вот внедрение идет, 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 и через, ну, не то чтобы через нервную систему человека, а через... Да. Через осознание, через Да, понимание. скажем так, энергетика, да, эфир какой-то. Да, и люди не могут понять, почему они именно тем или иным образом начинают думать, или убеждения у них появляются какие-то, вроде бы и необоснованные, но он точно знает, что это так. Так. И так вот так, должно быть так. Да. Пить кровь – это нормально, убивать других – это Это, нормально. да, 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 да. Такое незримое влияние, воздействие идет на сознание. Да. Но сейчас я вижу, как вот этот верхний слой, вот эти вот, особенно уровень головы вот у людей, он очень тонкий стал. Вот он. Ну, вот Вот эти вот где-то... чужие структуры ты имеешь в виду, уровень, да? Да, 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 вот. Ну вот то, что из этой информации проросло, как вот эти стены, или если смотреть сверху, это как лабиринт такой общий. Ну вот ты можешь выйти из этого, свой мозг, сознание вытащить из этого лабиринта, чтобы тебя больше не уводило. Вот пойдем так, пока не по пути разрушения, а просто для себя это вот. Осознай и обходи, чтобы... Твои мысли раз уже и не по лабиринту шли, а ты сама думала. Выйди из лабиринта. Да, вышла. Отправь этот лабиринт куда-нибудь. Как пленку на него натяни, чтобы больше туда не входить. Да. Почему-то идет как ловушка сознания. Да. Пока еще есть, но я разбираюсь. Это
те самые новые технологии, которые мы посмотрим чуть позже. Вот, а теперь освободившись уже, не соскакивая, чтобы ты смогла вот получать ответы, тебя не уводило. Все-таки смотри, я последнее, крайнее на сегодня, видимо, задание, цель. Посмотри, кто я в прошлой жизни. Я в прошлой жизни. А почему ты мне не показываешь? А тебе надо показывать. Ты же сама глазастик. Ну вот я говорю, ну прошу тебя, да, покажи мне свою жизнь. А у тебя идет, власть, правительство, я вижу. Что за власть? И идет картина, что эта власть была довольно продолжительное время. Как выглядел? Смотри. Царем был. Ты уже все увидела. Ну, еще смотри. Где работал, чем занимался, функции, как выглядел? Ну, мужчина и был, однозначно. Так. А, ну вот не идет конкретная личность, но идет собирание информации. Собирай. Собирание информации, как будто бы от других глав государств, чтобы понять, что происходит, чтобы это все вывести в такую свою систему. Да, собирал и работал с ними и энергетически, и практически, да, это другое. Ну, глава государства, да, других глав. Ну, то есть глава государства. Что за глава государства? Какого? Какого государства? Ага. Здесь? Нет. Ну как? Собирал из других источников по всему, из всех источников. Но я тебя вижу здесь. Здесь это где? Ну вот, территория Руси всей. Так, так. И кто был главой государства? Ну смотри, картинка пришла уже, но ты что-то не хочешь видеть. Тоже бородатый был. Ну да. Всю жизнь был бородатый.
Ну скажи, мне уже я Не устала, буду. мне те. Не надо. Вот почему? Что мешает увидеть? Смотри. Я уже это, Так. наверное, может быть, подустала. Да, хорошо, что ты держишься, как бы не это, не конючишь, ничего. Ну, блок просто. Его надо вот на усталости прорвать. Что за блок? Что мешает увидеть меня в прошлом? Это мой блок или кто-то поставил? У тебя идет как такое поле в твоем поле, ну вот не могу сказать, что это прям защита, но кодировка идет, чтобы никто не мог Вот, с увидел, тебя да. ничего считывать. Так, а кто это? Это я поставил, либо кто-то? Ты. Так, а почему это я такое поставил себе? А потому что тебе не надо, чтобы тебе кто-то что-то знал. Ты как вот есть вот эти ну вот самая такая мощная сила, она в спокойном таком состоянии. Она о себе не кричит, не заявляет. Да, и был такой период, когда я думал, что можно просто пожить, и пошло все нафиг. Но потом понял, что не получилось. Ну, обойди тогда этот запрет. И все, что мешает увидеть. Смотри, уровень вибрации мой, и смотри, аналог в прошлом. И картинка придет. Хочется сказать, Иван, но идет Петр. А если выключить навязанную, придуманную историю, вспоминалку, просто смотри. Я вижу, что ты там похож чем-то, вот Угу. внешность очень Да. схожая. Да. Скажи, кто ты? Не знаю. И вот кто с похожей внешностью-то? Показывает картину, но не Так. пока, но не говорит. А что за картина-то? Как выглядит человек? В царской шапке. Так, замечательно. А что такое царская шапка-то? Одежда такая вот Да, вся. хорошо. Опиши, лицо как выглядит? Лицо, Угу. обычное лицо царя. Так, очень приятный царь, да. Нос, он такой приплюснутый, курносый, либо... Нет, не приплюснутый, не курносый. Прямой нос. Угу. Достаточно. Так. Бери вот так середину жизни примерно и описывай. Когда умер?
Начнем с этого. Какой год? Да, ты хорошо дергаешь, я прям зажимаюсь. Ну вот, у тебя есть информация уже в тебе. Не надо меня дергать. Почему это идет 800 и что там? 1800? Родился или умер? Да умер. Какой год? Сколько лет от сейчас, скажем так, пойдем другим путем. Сорок. Я не пойму, почему он меня там путает. 42, 43, 30 с чем-то показывать. Сразу несколько дат. Это что такое? Не знаю. Кто тебя путает? Путает. Ты который жизнь-то смотришь? Ты могла, ты глубже нырнула уже. На самом деле, вот чем больше ты работаешь, тем больше тебе энергии проходит, тем больше ты усиливаешься, если нормально. Тут женский родник, понимаешь? Чем больше ты энергии прогоняешь, тем лучше. Если кто-то говорит, что вот устает, это значит, что вот нахапали энергию чужой, и вот потом раз, и все спустили. То есть своей как бы нет, у тебя есть вот своя источника. Его сейчас вот почистим, солнечное окошко, и ты сама еще смотри. Вот давай настраивайся так, чтобы чем больше ты работаешь, тем больше у тебя сил. Это мне там просто уже звонят вовсю, я в 2 часа должна была это. А я... Да, ну сейчас хорошо идет, но давай. Ответ уже пришел. Ты уже почти сказала. Ну как это почти? Как лицо выглядит? Оно круглое, оно не очень. Ну, не совсем круглая. Ну, скажи. Ну зачем? Потому что я уже изнервничалась. Я вижу человека, но не Так. идет информация об А имени. почему? Я не Фамилия. знаю. Фамилия. Как все его звали? Если я сейчас тебя отпущу, потом тебе что-то придет, какая-то информация. Во-первых, это будет не под запись. Во-вторых, ты посмотришь канал Цельнозор, ты уже там догадаешься. Да. Не то, не то. Нет, надо сейчас добить. Все, и уйдешь, понимаешь? Я не из вредности, не из чего-то. Просто, ну, потом это уже будет не то.
Сейчас Сейчас, подожди, родишь мне 10. надо ответить. Да, 10 минут и все. Да, хорошо.